Неожиданный взрыв, спросонья, я ничего не понял, просто куча стекол валяется, рама вывалена из окна. Ну, сами понимаете, шоковое состояние, сразу с ним засобирались, спустились вниз. И стал я помогать, ну, тяжело раненым. Подходили людьми, брали, поднимали людей, сажали обычным гражданским людям в машину, чтобы везли их в больницу. Одной из вероятных версий является подрыв взрывного устройства, заложенного в салоне троллейбуса. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Руководитель оперативного штаба Национального антитеррористического комитета направил к месту происшествия силы и средства подразделений ФСБ, МВД и МЧС России. Место взрыва блокировано. Давай, поставь, пока людей никому...